задать тебе вопрос. Какой частью тела ты забьешь Газпрома? Не знаю, на трибуне меня не засчитали гол. Ну, блин, не важно, что они не засчитали, важно, что... А, то, что мы знаем. Да, мы знаем это. Головой надо забить, головой не забил ни разу. А может быть, ногой все-таки? Не надо. Долгий был отрезок времени, когда я не играл, был травмирован, но сейчас потихоньку вхожу уже. Могу сказать, что вот с Норильском, наверное, не очень хорошо сыграл после того, как реабилитационный период прошел. Сейчас вот Синары, уже уверенность потихоньку приходит, то есть, в принципе, я тренируюсь, коллеги, товарищи по команде помогают в тренировочном процессе, поэтому надеюсь, что по играм подойду уже в плей-оффе в своей оптимальной форме. За партом тебе брусчатка даже? Тема. В центр ехать. Кван с Анатольевичем поедете. Все, смотрю. Запад. Американец. Запад. Макс. В центре. Они очень много используют столба в своих играх. Также у них есть сильные стороны индивидуальные. Если брать Чимбо, если брать Жуал Гильерми, всегда с ними такие игры, можно сказать, что дерби, да, или классика, так сказать. У нас тоже есть свои сильные стороны, поэтому будем их использовать с играми против Газпрома.